Всем доброе время суток. Представляю предварительный автомобиль. Это Chevrolet Orlando 2013 года выпуска. Автомобиль оснащен хорошим надежным мотором 1,8 литра. Автомобиль на автоматической коробке передач. Три владельца. Также автомобиль у нас с вами семиместный. Красивый белый цвет, отличное техническое состояние. Переместимся в салон. Я вам покажу состояние салона и расскажу про комплектацию. Значит, один ряд сидений у нас находится здесь. Один ряд сидений у нас находится вот там. Немножко темновато, но как бы в принципе я вам все показал. Состояние сидений хорошее, карты дверей тоже в отличном состоянии. Теперь давайте переместимся вперед. Спереди у нас с вами такой же приятный салон. Сиденье, карты дверей, панель, водительская дверь. Состояние хорошее. Теперь давайте я вам расскажу про комплектацию. Итак, значит, у нас с вами имеется мультируль, управление штатной системой, 4 стеклоподъемника. Блокировка стеклоподъемников, также имеется регулировка зеркал. Здесь у нас с вами располагается управление световых приборов. Дальше автоматическая коробка передач, отопитель салона с кондиционером, кондиционер заправлен, исправно работает. Также подогревы передних сидений у нас с вами на три режима. Центральный замок, штатная аудиосистема с приятным звучанием. Так, чисто приятно играет музыка. В комплекте будут ключи с автозапуском от фирмы Starline. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль. Идеально ровно работает мотор. Пробег на автомобиле 137 тысяч километров. Данный автомобиль находится в наличии в автосалон столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, расскажем и покажем вам автомобиль. Если вас все устроит, эту машину вы сможете у нас приобрести по системе трейдинг в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Всего вам доброго. До свидания.